Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Steampunk Tower. Так, получаем свои 500 монет. Тут еще маленечко денежка у нас капает. И нам нужно... А что нам нужно? Да только свет в окошке, да? Я могу улучшить склад. А нужно ли мне это? Может быть нам... Может быть нам что-нибудь... Поступление от налогов. Давай, наверное, вот это вот. Хотя, подожди, подожди. Мы сейчас в начале. Пройти бонус-миссию? Нет, дайте мне... Вот, построить ракетную установку. Ракетную установку. Вот она. Ворон. Ха-ха. Скоро небо над нашими врагами заполнится моими смертоносными птичками. Выполнили задание. Лорд Бингем, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой позвольте начать? Самое важное, Винсент. Вы обнаружили источник сигнала? Да, в общем, на острове Сардиния расположен небольшой научный комплекс. Его ученые утверждают, что феномен единого желания культа как-то связан с волновой теорией. И теоретически можно найти резонансную волну и свести на нет влияние черного эзериума на человека. Этого не может быть. Кусок камня не может испускать электромагнитные волны. И я в этом уже не уверен. Плохая новость в том, что культ не только мешал распространению их сигнала, но и готовит массированную атаку на весь остров. Через пару часов Сардиния превратится в ад на земле. С этого и нужно было начинать. Командор, готовимся к эвакуации комплекса. Возможно, разработки этих ученых действительно важны. Как раз они так нервируют культ. Так, небольшой научный комплекс на острове Сардиния обладает важными разработками. Настолько важными, что культ готов сжечь весь остров, чтобы не допустить их огласки. Мы должны обеспечить эвакуацию ученых и их разработок. Продержаться в бою незначительное... назначенное время. Это где же нам надо-то показать? Вот здесь вот. Требования. Такие-такие. Слушай, подожди. Дай-ка я, наверное, крутану рулетку. Мы с тобой взяли ракетные установки. Может быть, нам их стоит прокачать? Да нафиг мне вот это на... Ладно, заберем. Нам немножко не хватает до 10 уровня. Так, где у нас ворон? Вот он. Улучшить. Получится, ребят, получится. Надеюсь, хватит нам. Так, сток дистанции огня. 5 снарядов. Я снаряды возьму, ребят. Как-то так. Ну что, поехали. Попробуем продержаться. Ну а что делать-то? Надеюсь, у нас все получится. А назначено время, сколько там по времени нам нужно продержаться? Никто не скажет мне. Ну? Надо было, наверное, ворона взять. Посмотреть хотя бы, как он работает. Блин. Опа. А чё... Чё пушка-то дуркует? Так, это было... А, тут нет волн. Тут нам надо просто продержаться. Началось. Да ну, чё так долго-то мы их колб... Эй!
Офигеть, эти ходуны. Нормально, да? Ты запаришься их пробивать, я тебе скажу. Танки пошли. Там танки, тут вертолеты, блин. Также не забывай, что у нас пушки перезаряжаются, блин. Давай, зарядись хотя бы немножко. Надеюсь, это последние бойцы, да? Да нифига. Такую легкую, блин, передышку типа нам дали. Идет Охламоныч. Пускай поближе подойдут. Ё-моё, что происходит? Как-то так. Уже начал бомбить, а ты посмотри на него. Ё, просто опять ходуны идут. Они сейчас будут отвлекать ракетами, да, своими? Ну, конечно же, как, а как им еще-то меня отвлекать? Нормально здесь, кстати, быстро мы его запинали вот тут вот. Давай хотя бы вот этого, наверное, оглушим пока. Чтобы здесь разобраться с этими. А, вон у нас время идет. У меня, ребята, две пушки на... Ага, это перезаряжается, отлично. А вот здесь-то что сейчас будет? Три, аж три сразу же на перезарядку. А чё ты-то не бомбишь, я не пойму. Я не могу врубиться, этот ходун. Вообще, от чего он получает максимальное повреждение? От какой пушки? От электрической или все-таки от пилы? А вот если бы у меня была бы ракетница, мне кажется, было бы неплохо. Она бы... Фиг знает, она, наверное, против летающих все-таки больше идет, ракетница. 26 секунд, ребят, подержаться еще. Сейчас будет самый максимальный, наверное, наплыв вражин. Ну что, уже вертолет не можете забомбить, блин. Я тебе говорю, будет максимальный наплыв. Ё-моё, победа, фух. Они уже начали просто моих этих обездвиживать, мои орудия электрическими залпами. Кстати, мы новый уровень получили. Новый уровень, 5000 монет, полные баки, 12 кристаллов. Ах, ну почему же вы так упорствуете? И я не пойму. Мы даем людям цель, смысл жизни, а вы всего лишь глупцы, стоящие на пути у неизбежного. Примите единое желание или умрите. Так, задание выполнено. Мои люди ознакомились с полученными данными. Похоже, каждый кусочек черного эзериума является передатчиком электромагнитной волны от некого источника. Находясь в поле действия этой волны, человек испытывает галлюцинации в форме единого желания. Желание создавать и распространять черный эзериум. А мы знали, что культ промывает мозги всем, кто попадает на их территорию. Но теперь мы знаем,
Как они это делают? Я предлагаю объединиться с европейскими учеными и провести эксперимент по поиску антиволны. И, возможно, мы сможем нивелировать действие изучения культа. Согласен. Недалеко от Белграда расположен большой научный центр. Необходимо организовать переговоры и уговорить их на проведение эксперимента. Переговоры. Необходимо провести переговоры тайно. Отправим агента в один из трех городов: Белград, Загреб или Сараево. И если мы не сможем добраться туда на поезде, то усовершенствуйте вокзал. Открыть Югославию, усовершенствовать вокзал и отправить агента. Открыть агента. Так, лаборатория ПИЛ. А подожди, а нам... Балкан. Вот что нам нужно было здесь сделать-то в первую очередь. Не то я немножко сделал, конечно. Так, ну что, где этот ворон у нас? Вот он. То есть... Открыть погас... усовершенствовать вокзал. Ну, в общем, нам нужно будет для начала усовершенствовать вокзал, как ты понимаешь. Да, и куда ты от этого не денешься. Ну, а пока я могу немножечко заработать что-нибудь. Так, поехала, да? Давай сюда. И вот так вот сделаем. Протестируй свои тактические навыки в бонусном уровне. Давай попробуем здесь. Я, кстати, хотел вот ворона проверить. Ворона поставить вместо... Вот вместо чего мне поставить ворона? Ну, хотя бы для теста. Давай вот так вот. Просто для проверки, ребят. В бой. Будет проверочная, так сказать, миссия. А, вот так вот она бомбит. Я думал, что она будет по одной ракетке. Она... Слушай, ну нормально так бомбашит. Причем она бьет и воздушные, и наземные цели. Что очень приятно меня удивляет. Ага, ну-ка. Слушай, и роботов она очень неплохо бомбит. И самолеты. Вообще топово. А что у нее идет за массовая, интересная атака? Хочу посмотреть. Сейчас кого-нибудь найдем. Попробуем протестить. Тут 4 волны будет у нас. Ну, накапливается, конечно, долговато. Так, вторая волна. Погнали. И, кстати, радиус поражения у нее намного дольше. Фига даже как. Вот так она даже может. О, так я тебе скажу, это уже топ оружия получается. Фу, вообще замечательно. Ну-ка проверим. Такое себе на самом деле. Выпускает ракеты, которую я не знаю, что делает. Типа должна вырубать, по идее, да? Противника, но что-то это как-то не работает. Не особо-то она хорошо противников вырубает.
Так, сколько еще? Еще одна волна будет. Но мне кажется, что можно будет, наверное, убирать наземку, вот эту вот артиллерию, и ставить ракетницу. Может быть, конечно, я и не прав. Да, я, наверное, не прав, потому что если, например, будет воздушные цели и наземные, она начнет бомбить, наверное, скорее всего, по воздушному. А наземных, ну да, каждый, как говорится, должен заниматься именно своим делом. Ну, я не вижу, чтобы она вырубала электричество. То есть он как ходил, так и ходит. Так, скоро у нас снаряды закончатся. Уже закончились. И это до сих пор еще третья волна была, блин. Это сейчас четвертая. Ну да, тут, скорее всего, две звездочки мы фиг получим. Раскромсают нас сейчас тут. Как говорится, надеяться будем на лучшее, но... Даже не знаю, что. Но вот посмотрим, что получится. Самолет полетел. Так, у меня сейчас... Ага, сейчас пилы закончатся. Есть, ребят, слушай, ну нормально мы прошли здесь. То есть ну, все три звездочки, все три награды мы получаем. Так, дом, деньги. Так, улучшение. И деньги опять же. Я думаю, что есть смысл прокачивать пушки. Что такое, другие? Попробуйте бонус-миссию показать. То есть вот это вот, что ли? Какой, где это бонус-миссия? Или вот это вот? Протестируйте. Ну давай протестируем, чё. Раз он просит, ну протестируйте, говорит. Попробуем протестировать. Паровой луч, у нас 4 штуки парового луча есть. Оу, а это что такое? Хм. Нормально так бомбашит. Душевненько. Ну тут понятно, тут уже надо паровой луч будет врубать. Это был только один луч. Приходится вот так вот делать.
Блин. Слушай, ну бомбит-то хорошо, на самом деле. Вот эта штука, это генератор, я так понимаю, да? Этот бомбаш так. Поздно тут что-то думать, акать. Надо бомбить. Кончился, кончился мой луч. Ну блин, ну ради человечков тратить луч, ну... А фиг ли делать? И сколько их еще будет? А, все? Так, ребят, ну что, отлично. Мы этот бонусный уровень протестили. Опа, опачки. Ты серьезно? Так, метеор, орудие завершено. Замечательно. Хм. То есть, подожди, у нас появилось новое оружие, или мне... Ну да. Вот он. Райдзин. Бьет по случайным целям. Нет супер выстрела. 34-40 у нее, да? Ну-ка посмотрим, например. Ну, у грома вообще малый урон. То есть он приравнивается к когтю. И... Ну да, он только сравнится может с когтем. Ну, неплохо. Опа, что у нас тут? Ракетно-пусковая установка с улучшенной системой прицеливания. Конечно, прокачиваем. Конечно, прокачиваем. Так, пройти бонус-миссию. Еще одну. Где? Вот где эта бонусная миссия? Вот это вот? Это не то. Вот это что ли? О, в бой. Давай попробуем пройти эту бонусную миссию тоже. А мы уже пробовали ее. Вот эту вот миссию нам не пройти. 8 волн. И нам здоровья дали так мало вообще. Просто по мизеру. Нет, возможно... А что возможно? Тут, по-моему, как вот тебе дают, так и дают. Прокачивать нельзя. Ядрен, матрен, что происходит, а? Почему куда-то бомбят не, вообще не туда, куда надо? Нет, не надо мне попробовать еще разок. Как-то бред какой-то. Куда это он должен бомбить, чтобы это... Ну, тут еще, по-моему, есть пройти. Ну-ка, покажи. Вот это вот. Давай попробуем здесь хотя бы пройти эту бонусную миссию. Не знаю, получится. Ага, тут нам дали хотя бы вот это вот. А что это за пушка, смотри. А, он поджигает.
нормально. Поджог, правда, я не вижу, чтобы там офигенно прям урон наносил, но тем не менее. Готовы. Это до сих пор еще первая волна идет, да? Так а че вы? А че за прикол это? Зашибись. Не, можно было бы, конечно, использовать это, но нафиг оно надо. Понятно. Да ну. А этих-то чё? Все, что мне давали, все потратилось впустую, ребят. Да ну, они издеваются, а. Да он не бьет воздушной цели. Да все. Фейл. Попробовать еще разок. Так а смысл-то? Ну что я попробую еще разок? Я не знаю, блин. Пробуйте еще разок. Первая волна нормально, изи проходит. Вторая, когда вот эти вот летят, хуже. Намного хуже, ребят. Так, я, наверное, ускорюсь, потому что здесь... Ну, трындец, даже здесь не прошел. А если мы, например, выше их поднимем, все равно он не будет, да, дотягиваться? Ай, блин. Да не буду я проходить ее. Я не знаю, как ее, эту миссию бонусную пройти. Какой-то трэш просто. Нет, бесконечный уровень тоже меня не устраивает. Давай Райдзин возьмем с тобой вот сюда вот. Посмотрим, насколько он хорош. Ну, повреждения он наносит приличные. Это Райдзин. Давай, поехали. Так, а у него что, у него массовое поражение получается, что ли? А, у него нет энергии еще к тому же. То есть он может бомбить, бомбить сколько хочешь, да?
Но вот у нас нету никого против ракетниц. Вот тебе, блин, и Райзен. Ну давай. Не, ну если тут ракетчики сейчас будут, нас быстро ушатают. Вон они, ракетчики. Все, ребята, ну и что, мы против ракетчиков ничего не можем делать. У нас нет этого автоматчика, поэтому пулеметчик, точнее, который мог бы сбивать ракеты. То есть только вот таким вот вариантом. Здесь, видишь, по крайней мере, отбиваем мы эти снаряды. Третья волна, ну давай. Эта пушка еще к тому же очень долго перезаряжается. Очень долго. Ну давай, давай, давай. Потроши их там всех. Супер удара нет у нее в этой пушке, еще не забываем. А, кстати, могли бы ей придумать какое-нибудь массовое поражение на поле. От нее бы, я думаю, не убыло бы. Так. Ну вот то, что она их затормаживает, это, конечно, хороший плюс. То, что она их замедляет. Райдзер этот. Это прям вот шикарный бонус, конечно. Ну что, последняя, четвертая волна. Но мне бы хотелось бы что? Хотелось бы на все звездочки прийти, но, мне кажется, это невозможно. Нет, если бы у меня здесь, например, был бы пулеметчик, возможно. Возможно было бы. Потому что мне неким было сбивать с это. Мы же в основном получали урон от кого? От гранатометчиков. От ракет. Все. Пускай подойдет гад поближе. Чтобы мои орудия могли доставать до него. Не, ну этого, в принципе, мы и так, наверное, собьем. Пора, да? Там трое. Пора. Ну, не позволяем, не позволяем гаденышам пройти. Да, возможно, на две звезды пройти этот этап. Сейчас получим с тобой, по-моему, один сундук. А, два. Так, улучшение получили. Улучшение мы получили, поэтому... Че, а Райзен? Слушай, можно его улучшить? 6, 6 и... Так, 12. Тут 18, блин. Давай еще разочек пройдем что-нибудь. Я хочу посмотреть, что будет, если мы улучшим Райзен. Если на 3 звезды пройти. Такс. Значит, здесь, если мы заменим, например, вот эту вот на СУ-2.
Проверим. Прокатит, не прокатит. Главное, чтобы сбивать вот эти вот ракеты. А у нас еще и луч будет, да? К тому же. Накопится. А можно было бы даже ворона взять сюда вместо этого. Ворон же, по-моему, тоже сбивает ракеты. Так, давай, наверное, ускоримся здесь пока. Да. Правда, я не уверен, что это ворон сбивает ракеты. Да ладно, блин. Ну, ё-моё, ну... Да все, ребят, ну две звезды не получится. Ускоряемся нафиг. Так, а здесь тоже нету пулеметчика, блин. Поэтому и... понятно все. Посмотрим. Тут тоже нет пулеметчика, поэтому, ребят, фигня получается полная. Давай, 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 вырубаем их. Я вот не знаю, паровой луч стоит ли мне. Наверное, не стоит тратить. Последняя волна, четвертая. Ну вот, начинается. Не, ворон хорош, хорош ворон, ребят. Ворон, да, ворон можно прокачивать и дальше. Так, ну смотрим, что тут у нас. О, улучшалки. Так, улучшалочки. Я просто хочу посмотреть, что Райден дает на улучшение, ребят. Ага. Так, скорость к стрельбе. Нет, скорость к стрельбе. Так, и ворон мне нужен. Злость, гром. Подожди, а где ворон-то? Вот он, грач. Его грач уже зовут, а не ворон. Да, тут дофига надо. Ну ладно, я попробую. Давай еще что-нибудь тоже на ускорилке быстренько попробуем пройти. Нет, бонусный уровень я не хочу. 30 награды, ну мало это как-то. А что тут везде по 30? Ну давай здесь протестируем. Нам-то в принципе какая разница, где зарабатывать. На чем зарабатывать, да? Вообще никакой разницы нету. Четыре волны. На ускорение, конечно же, сразу же. Не, что-то этот пулемет вообще не в тему здесь.
Так, вторая. Да, ну это уже не актуально, по-моему, ребят, пушка вот эта вот. Лучше ворона, но ворон нужно купить. А что нам не мешает купить? Купим, да и все. Ну, чтобы купить, нам нужны... Ну, деньги есть. Нам нужны материалы, чтобы прокачивать. Ауч. Было больно. Блин, в основном самолеты, ребят, сейчас пока вредят нам. Пытаются навредить. Ты же нормально, не успел. Вот чем ворон хорош, он подбивает и наземные, и воздушные цели. Когда цели нет, она кружится какое-то определенное количество времени, потом взрывается ракета. Тоже хорошо. Так, последняя, четвертая волна. Подбиваем. Не успевают они тут. Ой, что ты делаешь-то? А хотя перезарядка тебе не помешает. Вот если бы эта пушка бы бомбила бы еще на их сторону, было бы неплохо. Она бомбит только с моей стороны. Нет, она, по-моему, туда тоже бомбит, кстати. Да, она бомбит и на ту сторону. Ну, ё-моё, ну... Самолет-то нафига пропускать-то? Они мне сейчас, по-моему, решат самолетами, да, задавить? Не? Ребята, три звезды. То есть получаем полную награду. Но опять же, не факт, что в награде нам выпадут материалы. Блин, и все... А, вот, редкий. Это зеленая. Не то, что редкая, как она там называется-то? Ну, лучше, чем обычная. Так, давай-ка я, наверное... Так, ворон, 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 грач. Улучшить. А, он дает 8. Блин, чуть-чуть буквально не хватает. Мы не можем строить два одновременно. А что ты строишь-то мне? А, вот, 7 часов 26 минут будет делать. Так, ну что, ребят, давайте еще один тогда последний поединочек успеем, наверное, сделать. 110. Ну, не факт, что здесь награды выпадут нормальные. Лучше брать 3 сундука. Где? Или все-таки рискнуть? Ладно, фиг не давай. Ой. А что, не хватает энергии? А сколько нужно? У вас недостаточно манны. Ладно, ребят, фиг сделаешь. Тогда буду я сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.